Дело в том, что книги Ленор, если вы посмотрите на сайт Озон.ру, книги Ленор покупают вместе с книгами Ленор. А, там у них есть такая опция, вы, наверное, знаете. Мне кажется, что это символично, потому что, что бы ни делала эта женщина, хотел сказать, этот человек, но потом вспомнила, какая у нас тема вечера. Да, вспомнила, какая тема вечера. Что бы она ни делала, будь то книги, украшения, игрушки, перформансы, все пронизано какой-то одной единой нитью, и я для себя это так понимаю, что это как общее чувство горькой любви. Я не знаю, считается ли это в качестве еврейской женщины, но твоим точно. Поскольку сейчас такие дни, когда человек должен совершать хорошие поступки, я не буду петь. Вы хорошо смеетесь, смотрите, я спою. Но я как-то ну, рассказать что-нибудь о еврейских женщинах, это вообще опасная тема. Я решила, что не буду рассказывать о всех. Я расскажу. В моей жизни были три по-настоящему еврейских женщины. Первую звали Михаил, и мы познакомились в момент его развода. Это было очень интересно. Нас познакомились как-то в светской обстановке, и, как положено еврейской женщине, Михаил начал немедленно излагать мне подробности своего развода и предысторию, которая сделала его в этом разводе жертвой. Он действительно, я совершенно не шучу, я скажу, то, что я сейчас скажу, прозвучит как надуманная шутка, но это чистая правда. Когда он сказал: «Здравствуй, меня зовут Миша, я развожусь». Что может сказать хорошо воспитанный человек в этой ситуации? Или я дам вам телефон своего терапевта, или как это произошло. Я не могла дать телефон своего терапевта, у нее заняты все места, я это знала, и мне пришлось спросить, как это произошло. И мной заняты все места. И почти все. Мной и ее супервизором. Это совершенно не смешно, потому что он действительно начал с фразы: «Ну, во-первых, надо понимать, как ко мне относилась моя мама». Я клянусь, это была чисто правда. И довольно многие истории о Мише, которые рассказывали его друзья, ставили их самих в тупик, поскольку в ситуации своего развода он вел себя неожиданным образом. Он хлопал дверью, говорил жене, что она никогда не находила его привлекательным, что он младше ее на годы, и она женилась на нем только из-за этого. Что, к счастью, эта часть истории до меня не дошла, но я не сомневаюсь, что он стимулировал оргазм. Я даже не знаю, обвинял он в эту жену. Дальше он... И в конце концов мы как-то все... Был человеку действительно не очень хорошо, это было совершенно очевидно, и мы как-то с его друзьями никак не могли себе представить, что бы такое сделать, чтобы ему стало лучше, потому что, ну, его даже невозможно было развлечь, потому что если ему позвонить, сказать: «Миша, вот мы тут собрались в кино, ты не хочешь присоединиться к нам?» Он делал паузу и говорил: «Что, охуели? Я развожусь». Полгода. И между тем мы узнали, что он так и не подал на развод. И мы сумели понять, что происходит, только в одной ситуации. Мы были достаточно пьяны, чтобы просто нормальная еврейская женщина. Это произошло совершенно случайно в ходе разговора, но как только мы определились с этой частью проблемы, вдруг все стало на свои места, и даже стало понятно, что он никогда не разведется вообще, и он не развелся прошло 4 года, что он никогда не разведется, а разводиться никогда не перестанет. И поняли мы это только благодаря тому, что мы знали еще двух таких еврейских женщин, Сергея и Евгения. И как-то он для меня до сих пор является некоторым прототипическим персонажем. Другая еврейская женщина у меня была... Мне ее подарили. Она была блондинка из очень хорошей семьи, с чудовищной родословной, с десятком генетических заболеваний. Это была ангорская кошка. Естественно, мои родители подарили мне ее, чтобы мне стало немножко лучше. С этого момента она драла обои, писала мне в постель. Но еврейская женщина делала не то, что она писала мне в постель. Еврейская женщина, ее делал подход к персональному пространству. У нее вообще не было понятия персонального пространства, ни моего, ни своего. Она рассматривала дом, в котором она находилась, как помещение, в котором еще некоторые могут по случайности существовать.
Так бывает не только с еврейскими женщинами, но с ее национальной принадлежностью мне удалось определиться, когда я поняла, что она не дает мне войти на кухню. Все было ничего, нам даже удавалось делить ванную. Я в ней мылась, она в нее писала. Но я не могла переступить порог кухни первые два месяца. Она просто садилась, и ну, в лучшем случае она просто путалась у меня под ногами, а в худшем случае она пыталась меня оцарапать или укусить. И ладно бы она мне готовила, нет, она просто напоминала мне, чья здесь кухня. Ну, это было ничего, в общем. А третья еврейская женщина, с которой я познакомилась довольно недавно, ей 4 месяца. И она родилась в семье двух афроамериканцев. Одна дама из Сомали, а молодой человек из Эфиопии. И они как-то не ведали никакого зла до тех пор, пока не поняли, что единственное, под что их дочь засыпает, это звон бьющейся посуды. Как только они начинают кидать друг друга в тарелку, у них есть такой эротический ритуал, как только они начинают кидать друг друга в тарелками, ребенок действительно перестает орать и немедленно засыпает. У нее есть чувство, что а, вся семья в сборе, б, в семье здоровый конфликт, в, никто не способен разрешить его вербально. Это обязательно должно решаться или молчанием, или киданием посуды, или насилием. И действительно, другая, у меня каждый раз есть, я как раз про то, что это типажи, а не уникальные персонажи, потому что другая такая знакомая женщина у меня в жизни была, она приходилась мне дальней родственницей, и она действительно успокаивалась только, когда вся семья доходила до состояния крайнего истерического скандала. Когда все переходили с аргументации на слезы, битье головой об стену и все остальное, она вспоминала, что она ходила ставить чайник, и он уже, наверное, закипел. Простыми словами, я пытаюсь сказать, что у меня есть острое впечатление, что еврейская женщина – это понятие, не связанное ни с унаследованной национальностью, ни с гендерной принадлежностью. Это тип характера. Я вот побоюсь сделать какое-то обобщение здесь, но простыми словами, это, конечно, женщина, которой, выражаясь современным московским языком, нужна движуха. Причем желательно какая-то неприятная, болезненная движуха. Потому что тогда у нее есть чувство, что сейчас она возьмет своего сыночку, сбежит с ним из Назарета, где-нибудь, с ним и с представителями сбежит из Назарета, пересидит все это где-нибудь, потом вернется, и все, чему она ему за это время научила, сослужит ему какую-нибудь прекрасную службу. Спасибо большое.